Всех приветствую на своем канале, но я нахожусь в этом красном квадрате, из которого я не могу выйти. Если вам понравится видос, подпишите в комменты и ставьте лайки. Но мы начинаем! Я нахожусь в этом красном квадрате, сейчас на меня нападает слизень. Здесь я много слизней. Много слизней! А, маленькие мне ничего не сделают. Так, у нас есть в сундуке вода, лава и один саженец дерева. Пока мы посадим его здесь, он вырастет. По правилам, я не могу выйти из этого красного квадрата. Если я выхожу из этого красного квадрата, я умираю. Ой, я проигрываю. Челлендж. Чуть не вышел. Да, я проигрываю челлендж. Так. Ай! 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 Слизень! Напал! Слизень напал! Я отбиваюсь от слизня рукой! Рукой! Отбиваюсь рукой! А! Их стало много! У меня нет еды, я открыл сундук! А! Они не должны меня вытолкнуть! На протяжении этого ролика они будут мне мешать! И пытаться вытолкнуть отсюда! Так, вас слишком стало много, надо вас немножечко поубивать, чтобы вас здесь было не слишком много. Уже ночь! Чё так быстро? Так, делаем первый генератор булыжника. Так, первый генератор булыжника. Так, главное, он должен работать. Не остаться без булыжника. Самое, что плохое, у нас... Самое плохое сейчас, это что у нас нету дерева. Мы не можем себе сделать инструменты. Пока я себе убежище построю из земли, чтобы не умереть от зомби. Так быстро не умереть. Я построю себе убежище. Полностью из земли. Да, может еще одно правило ввести, если попадает что-то за... красный квадрат, то уже все, я эту вещь не могу подобрать. Ну так можно, да, сделать сейчас. Что попало туда, что я не могу забрать. Так, здесь слизень. Слизень, что тебе надо? Не нужно дерево, чтобы здесь выросло. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда, ва. А, иди отсюда. Иди. Иди от меня. У меня защита от вас. Ясно, я вас не боюсь. Ай. Ай-яй. Ай-яй. Чуть меня не вытолкнули. Да. Что-то быстро все он закончился. Получается, закончился так быстро. Очень быстро. Ладно, на этом мы будем прощаться. Получается, я проиграл этот челлендж. И все, я на этом я имею право заканчивать. Должен закончить видос, потому что я проиграл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, если вам понравилось это. Ставьте, конечно, лайк и пишите комменты, если... Что еще, какие челленджи? Давайте мне челленджи, которые я должен выполнить. Всем пока-пока.